Всем привет от Хельги. Да, давненько меня, конечно, не было слышно. Просто кое-кто, знаете ли, был в отпуске. Но теперь я снова в строю и готова к бою. Ах да, кстати, об этом. Когда-то давно у меня была сестра. Но все изменилось, когда клуб Аквамарин развязал раскопки. Дело в том, что сестра у меня сильно увлекается историей. И она решила записаться в поисковый отряд рейд. С тех пор я ее очень редко вижу. То она, понимаете ли, где-то на реконструкциях, то на выставках. Но самое главное, она помогает людям. Ведь они ухаживают за военными памятниками и следят за чистотой собственного исторического музея. Я очень рада, что моя сестра нашла увлечение по душе. Правда, иногда она слишком много рассказывает о нем. Я не зануда! Да я такого и не говорила! Ага, ты очень громко думала. К слову, в этом клубе действительно можно много узнать об истории нашей страны. А еще почувствовать себя путешественником во времени. Правда, только назад, в прошлое. Но самое важное, как по мне, это то, что эти ребята действительно стараются помочь людям. Однажды они нашли останки и медальон солдата Великой Отечественной войны. Тут же дали объявление. С ребятами связалась правнучка бойца. И они сами через полстраны отвезли его останки в Новосибирск его семье. И таких историй очень много. Поэтому если вы увлекаетесь историей и хотите помочь обществу, добро пожаловать в отряд Рейд. Все ссылочки на него вы найдете в описании. И помните, что война — это по большей части каталог грубых ошибок.